Здравствуйте! На этом уроке мы рассмотрим то же самое задание, что и на прошлом. Вычесть и записать ответ в виде несократимой дроби. Но в этот раз мы все сделаем намного проще. В прошлый раз мы сначала нашли общий знаменатель, нашли дополнительные множители для числителей, вычли числители, а потом упростили ответ. Сейчас я предлагаю сначала упростить каждое из этих выражений отдельно. Так и поступим. Итак, посмотрим на первое выражение. Очевидно, что и числитель, и знаменатель делятся на m. Так давайте разделим их оба на m. В числителе будет единица, а в знаменателе m в квадрате разделить на m равно m. Во втором же выражении и числитель, и знаменатель делятся на n в третьей степени. Давайте разделим. В числителе будет единица, в знаменателе останется только n. Теперь мы можем записать это выражение как 6 делить, 6 умножить на 1 это 6, 6 делить на 7 mn минус 5, это 5 умножить на единицу, делить на 3 mn. Теперь подумаем, каким будет общий знаменатель. Давайте пока так запишем. Что-то, деленное на что-то, минус что-то, деленное на что-то. Итак, общий знаменатель должен быть кратный 7 и 3. А наименьшее общее кратное 7 и 3 – это 21. Также этот знаменатель должен быть кратным m и n. Значит, здесь мы записываем 21mn. 21mn делится как на 7mn, так и на 3mn. Здесь mn есть, значит, общий знаменатель делится на mn. И понятное дело, 21 делится и на 7, и на 3. Таким образом, 21mn это наименьшее общее кратное, или общий знаменатель. Чтобы из знаменателя 7mn получить знаменатель 21mn, нужно умножить на 3. И если мы умножаем знаменатель на 3, то мы должны умножить и числитель на 3. А 3 умножить на 6 это 18. А чтобы из знаменателя 3mn получить 21mn, нужно знаменатель умножить на 7. И опять, если мы умножаем знаменатель на 7, то мы должны умножить и числитель на 7, если, конечно, мы не хотим изменить значение выражения. А 5 умножить на 7 это 35. И это будет равно 18 минус 35. В знаменателе будет 21mn, а в числителе нам нужно посчитать, сколько будет 18 минус 35. 18 минус 35 это минус 17. Минус 17 в числителе и 21mn в знаменателе. Вот и все, мы справились. Думаю, этот способ решения вам понравился больше. На этом все. До скорых встреч!